Ну вот она, вся эта братья, которая выбралась. Ну что, доехали, друзья мои? Что с вами провести здесь? Доехали с Божьей помощью. И с какой-то матери. Небольшой городок, очень уютненький, симпатичненький. Если мы поднимаемся от него наверх, то выходим на их центральную улицу, как маленький ихний Бродвей, состоящий из магазинчиков, из таких отельчиков, таких милых прибамбасиков, которых тут миллион.
Покажи еще раз, что ты хотела показать. Ну и что в этом? Что за Ну что, девчонки, не промокли? Вы-то не промокли. Поливает дождик. Мы под дождиком, Вовка стоит, уже покушал. Остальные ребята уже тоже. Самый большой дождь мы уже переждали. Поэтому... плавать неподалеку. Наши каналы уже в полном сборе. И сейчас поплывем. Водичка наконец полностью вышла. Нет, я прямо в этих и пойду. Тамарчик, ты готова? Я готова. Отлично. Тут же кормят уток. А кто кормит? Завели моторчик. Все ребятки на месте. За бортом городок. Прямиком стреляем. Как по ветру, слышишь, Андрей? Просто кружит или нет?
Солнышко, а потом это превращается в черную огромную тучу. Остров. А в это время на небе разыгрывалось целое представление.
снова грести еще 5 сил. Приходится выброситься на берег. Томатик, ты в порядке? Маринчик. А кто вам сказал, что здесь правит пропер? Где? Где? Бродили. А вот теперь, друзья мои, это называется шквал. Под зонтик. Ты чего дрожишь? Жарко? Да, вот попробуй. Все решили уже потихоньку забираться. Я посидите. Там, где я согрести, камеру погребите. Погрести. Погребать. Погребсти. Тогда подожди, тогда ты иди вперед и гребаешь. Славик посередине. Славик посередине. Села. Марина, ты делали вашу лодку? А я по-любому, как и все мы. Ну, чем я занимаюсь на работе? Дома, в свободное время. А Юля так сидела, а кому пить хочет. Вот так, ой, какие мы молодцы. Ребят, ну мы тоже должны искупаться где-нибудь. Вы-то выкупались, а мы еще да, нет. Ладно, я не буду. Чего? А, окей.
тот островочек, который нас приютил во время дождя. Приятно. Теплая вода. Теплая водичка. С воды. А вот здесь вот у нас железная дорога. А вот люди, смотри,
лучше не купаться здесь. Опс. Ну что, девчонки, накатались. Тамарчик. Тамарчик. Собственность. Как же так? Да, я ж спать не буду. Это тебе как... Понимаешь, это право. А мне было неприятно. Всегда было слово. А мне было неприятно. Как это? Скажи просто, есть страшно. Нет, страшно. Есть правило. Мне уже ничего если нет, нельзя, страшно. Но хочется. Можно открывать. Да, на
еще мокрая. Хочешь, ну так посади на край. Включай счетчик. Махните мне ручкой. А какая здесь рыбалка? А рыбалка здесь... Сильно вот такие, вот у нее такие глаза у рыбы. Вот а уши какие? Вот такие. Месси называется. Ну, сева, да? Ага. Сева. Сева. Нон и этот самый, не, арабец какой-то. И вот я звоню, там нету промышленности. Ну, надо куда послушать на лекцию. На Blue Mountain, да. И мы прослушали, честно. Лекцию. Спроси у нее e-mail, это что? На Facebook. Номер бота. Вот, пожалуйста. Вот этот городок. И мы провели сегодня целый день. Я выключила.